наступает великий праздник, День Победы, который был достигнут в 1945 году. 77 лет мы отмечаем этот праздник. Анапа не исключение, она была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Она выстояла в то время. Она сейчас растет и крепнет. Вот. Анапа – город воинской славы. Вот. Анапчанам, всех анапчан поздравляю с наступающим праздником. И воинскую славу, которую носит Анапа, нести на долгие-долгие годы. Вот. Помнить о тех, кто отдал жизнь в период Великой Отечественной войны, не забывать о них, вот, и крепить внутреннее свое понимание. Мы не должны размениваться на мелочах, а говорить и делать только главное – все вместе взятые. Когда мы все вместе, мы сильны. Вот эта сила не должна прерываться. Вот об этом я вас прошу. Счастья всем, благополучия и здоровья. Без здоровья никуда.